Всем привет, с вами Итальяночка, и сегодня мы запомним несколько глаголов. Ну что, вы готовы? Siete pronti? Тогда начинаем. Chiedere – спрашивать, просить. Domandare – спрашивать, задавать вопрос. Rispondere – отвечать, говорить в ответ. Spiegare – объяснять, разъяснять. Indovinare – угадывать, отгадывать. Chiarire – выяснить, разобраться. Ribadire – подтверждать, повторять, настаивать. Negare – отрицать, отвергать. Implorare – умолять, молить. Pregare – просить, умолять, молиться. На сегодня это все. A presto! До скорого!